Будет ли импичмент президента Санду? Честно? Я думаю, что она не дойдет до конца своего мандата. Вот такими действиями не дойдет. Я думаю, что на какой-то момент она сама пойдет, поймет и подаст в отставку. Либо правые запустят, ее партнеры запустят процедуру импичмента, и мы поддержим. Мы пока эту процедуру не запустим, потому что мы заняты другим. Мы заняты тем, чтобы найти вакцину, привести в страну и помочь людям. Некогда нам сейчас заниматься импичментом Санду. Но до этого дело дойдет. А лучше на каком-то этапе, вот ее рейтинг сейчас катится, она пойдет, давайте так, договоримся. Дойдете до 25-30% рейтинга, напишите заявление и уйдите. Мы вас поймем, народ вас поймет. Но не простит.